Всем привет, ребят! Вы на канале Галчата ТВ, и наш беленький крольчонок сегодня поедет в свой новенький домик. Маша хочет его на прощание погладить. И Илюша. Вот такой наш сладенький малыш. Надеемся, в новом домике ему будет хорошо, его не будут обижать, будут любить. Поедет он в город Киев. К одной хорошей милой девочке 10 лет. Мы еще не выяснили, как ее зовут, но надеемся, обязательно это выясним. Ему с собой мы даем приданное, вот такое сено, которое он кушает, и корм. Сейчас покажу вам корм, который мы ему с собой даем. Это польский корм. Вот такое приданное мы собрали для нашего кролика. Конечно, всегда, когда ты расстаешься, ты хочешь, чтобы у кролика был хороший дом, хороший хозяин, который его будет любить, который не будет его обижать, и чтобы все с ним было хорошо. Маленький вжался, он не привык быть в клеточке. Конечно, для него это будет небольшой стресс переехать в клеточке, но все будет у тебя хорошо, малыш. Все, пока-пока, и надеемся, что с тобой будет все хорошо. А вам, зрителям, мы скажем до новых встреч.